Всем привет! Вы на канале Алена Флёр. И вот, наконец-то, вся моя салатница распустилась. Вот там вот еще один цветоносик. Но он так вдалеке. Вот такое пышное белое облачко. Меня теперь радует. Тут вот прям 4 цветоноса, один на одному. И пятый, вот там он чуть-чуть под тяжестью цветов подгнулся. Я его вот так вот закрепила. Но он есть. Он тоже цветет. И смотрите, какая красота здесь стоит. Букетище из нарциссов. Это наши полевые нарциссы. Сейчас они у нас цветут. Так что я сейчас вам ставлю маленькое видео. Мы с вами прогуляемся по полю, где цветут нарциссы. Надеюсь, вам понравится. Вот такая вот красота у нас сейчас зацветает. Сейчас погуляем с вами. У нас сегодня прохладно. Но это не мешает нашим нарциссикам цвести. Вот так вот. Вот такие вот поля сейчас у нас произрастают. У нас их называют нарциссами, здесь их называют жонки. Смотрите, какая идеальная форма у цветочка. Они небольшие, где-то сантиметров 20 от земли. Но это всегда так прекрасно, когда поля укрыты вот такой вот красотой. Это растение ядовито для животных, поэтому, когда выпускают вот пастись коров, они их не едят. И поэтому это тоже еще растение как бы паразит. Если хоть один цветочек попадет на чистое поле, где никогда не произрастал, я хочу вам сказать, через лет 5 оно будет усыпано весной вот такой вот красотой. Смотрите, это обалденная красота. Я всегда привожу девчонок с подружками. Ну, сейчас они постарше стали, не так интересно. А вот когда маленькие были, мы тут и венки плели, и большие букеты собирали. Ну, в общем, это был такой поток. Пикниковали здесь, в обед кушали, какие-то перекусы. В общем, девочкам это очень-очень нравилось. Сейчас уже они подростки. Сейчас их вытащить из постели очень-очень тяжело. Смотрите, как на солнышке они играют. Вышло солнышко. Птички поют. Цветочки цветут, весна, весна. Вот, а у нас весна ознаменовывается, вот когда цветут вот так вот пышно нарциссы. Красота. Смотрите, какое огромное здесь дерево. Такой дедушка. Там еще одно. Здесь вот такая глубинка. Вот. Красота. Не знаю, как вам, а я всегда обалдею, когда я вижу, когда поля начинают сначала зеленеть, а потом покрываются вот таким вот желтым ковром. И то это еще начало цветения. Вот не через 10 здесь вообще будет все-все желтое. Потому что некоторые нарциссы еще не выпустили свои цветы.
Ну, так как у нас карантин, далеко не уедешь, ну как далеко, из дому не выйдешь, как хочешь, так что вот, пользуясь случаем, остановилась, чтобы вам сфотографировать вот такую вот красоту. Красота. Обалдеть. Желтое море цветов. Поставила, чтобы было видно. Вот такая вот саладница на 8 литров, куда я посадила 3 белые орхидеи. Вот 2 взрослые и вот деточка. Деточка хорошо подросла, но еще не цвела. А тут у меня получается вот это ее мамочка и вот как бы тетя. И эта салатница у меня стояла очень-очень долго на веранде. Уже зима пришла, в декабре месяце, по-моему, я ее занесла. Но, в общем, она в очень большой прохладе стояла. И как только я ее занесла, она рванула цветоносы. Ссылочку на видео, на первое видео я вам оставлю под этим видео. Если кому-то интересно, можете перейти посмотреть. Ну, а сейчас вот так вот она цветет. Довольно быстро нарастила цветоносы. Смотрите, как у нее уже наросли корни. В общем, вот это он как бы отдельно. По тяжестью цветочка он немножко перегнулся, поэтому я его вот так вот закрепила. Здесь видно, что он будет доращивать. Ну, в общем, ладья себя чувствует прекрасно. Прекрасно, так что немножко попугать холодом, ну не заморозить же, конечно, ну просто вот в прохладе оставить орхидейку, это тоже ей идет на пользу. Ну, по крайней мере, у меня это очень хорошо пошло на пользу моей красавице. Ну и вот такой вот букетик вам на выходные, чтобы он вам поднимал настроение, радовал. И чтобы ваши выходные прошли очень-очень хорошо. Также благодарю новых подписчиков, благодарю старых подписчиков, что остаетесь со мной. Не стесняйтесь, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока!